Первые жертвы. В области зафиксирована вспышка свиного гриппа. Требуется помощь. Миасский социальный комплекс объявил о начале сбор средств в помощь погорельцам. Богатырские игры. Мы побеседовали с представителем одного из спортивных клубов Миасской федерации пауэрлифтинга. Здравствуйте, в эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. В Челябинской области зафиксирована вспышка свиного гриппа. Есть первые жертвы. По предварительной версии медиков, 61-летняя пенсионерка из МИАСа погибла от осложнений, вызванных вирусом H1N1. Управление здравоохранения просит граждан не паниковать. В случае заболевания простудой незамедлительно обращаться сразу к врачу. Вспышки свиного гриппа сейчас происходят по всей стране, но в Челябинской области такие случаи были единичны. Однако у болезни появился первый на Южном Урале летальный исход. В Миасе скончалась 61-летняя женщина. Симптомы подходили под классификацию вируса H1N1. Пациентка была непривитая, самостоятельно занималась лечением в течение почти 6 дней и поступила уже в отделение больницы уже достаточно в тяжелом состоянии. У нас еще не закончен процесс, во-первых, по идентификации конкретной причины смерти данного пациента. Так называемый свиной грипп – острое высокозаразное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа H1N1. Как рассказал директор управления здравоохранения, в группу риска входят дети до 5 лет, люди пожилого возраста, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями. Также Сергей Приколотин отметил, что летальный исход может наступить не из-за самого вируса, а из-за осложнений, к которым он приводит. Поэтому при первых же симптомах простуды нужно обратиться к врачу. При проявлениях заболевание вирусной инфекцией в данном случае, отличие от остальных, наверное, как бы будет то, что это более высокая интоксикация, сразу высокие цифры температуры тела, возможно, тошнота, рвота, интенсивная головная боль. Но в связи с этим надо не тянуть, не заниматься самолечением, а обратиться к своему лечащему врачу, участковому терапевту, вызвать его на дом, не обязательно ходить для этого в поликлинику. И самое главное, конечно, не надо ходить на работу и в общественные места. Врачи обращаются к миастам с настоятельной просьбой не появляться в местах массового скопления людей, защищать себя различными противовирусными средствами, вести здоровый образ жизни и ни в коем случае не заниматься самолечением. На сегодняшний день в городе есть все необходимые лекарства для лечения всех видов гриппа. Сезон простуд. Медики советуют одеваться теплее, а синоптики прогнозируют метели на Южном Урале. Несколько районов области из-за снегопада уже остались без света. Прогнозируются заносы и гололедица. Снегопады и метели прогнозируют еще с начала недели, но сегодня, 20 января, синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер. Ночью со среды на четверг и весь последующий день в регионе будет пасмурно. Местами осадки в виде мокрого снега, метели, гололедица, налипания снега на провода и линии электропередач. Погорельцам с улицы Ленина необходима помощь. Миасский социальный комплекс объявил о начале сбор средств для многодетной семьи. Также требуются и предметы первой необходимости. Напомним, трагедия произошла в ночь на 18 января. По улице Ленина в старой части загорелся дом. Из-за дымленного здания семья из 6 человек эвакуировалась самостоятельно. Однако все они находятся в больнице. У 2 детей врачи диагностировали отравление угарным газом. У 2 мальчиков и матери термические ожоги. Дом, в котором жила семья Ивакиных, сгорел полностью. Уничтожена вся мебель и личные вещи. Комплексный центр социального обслуживания обращается к неравнодушным и просит помочь погорельцам. Семье Ивакиных в первую очередь необходимо жилье на 6 человек. Кроме того, нужна женская и мужская одежда и обувь. В семье 4 ребенка. Девочки 14 лет и 7 месяцев. Мальчики 7 лет и 3 года. Размер одежды матери 48-50, обуви 41. Семье также нужны памперсы на 14,7 килограммов. По вопросам обращаться по телефону 52-75-20. Вещи можно приносить по адресу проспект Макеева, 8Б. А ты готов стать пожарным? 5-й отряд противопожарной службы сообщает о наборе студентов в Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России. Кого хотят видеть в рядах студентов, смотрите далее.
Пятый отряд Федеральной противопожарной службы МИАС объявляет об отборе кандидатов для направления на учебу в Уральский институт государственной противопожарной службы. В рядах студентов ждут как юношей, так и девушек. Те, кто хочет освоить профессию пожарного, должны иметь положительные характеристики по месту учебы и хорошую успеваемость. Судимости и привлечения к уголовной ответственности у студентов быть также не может. В ряды огнеборцев берут тех, у кого рост ниже 165 сантиметров. Кандидатам прилагается два факультета – пожарная безопасность и техносферная безопасность. Форма обучения – очное, бюджет, проживание на территории института. На время учебы курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, трехразовым питанием и заработной платой от 11 тысяч рублей. Выпускники проходят службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Челябинской области. Прием кандидатов осуществляется в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. В учебном заведении курсантам предстоят дополнительные испытания по математике и физической подготовке. Более подробную информацию можно получить по телефону 55 35 84 или по адресу Предзаводская площадь 4 в 8 кабинете. Глава Миасского округа встретился с почетными гражданами. В ходе заседания Геннадий Васьков представил отчет о работе администрации за 15-й и озвучил основные задачи на 16-й год. Главная повестка заседания Совета почетных граждан – отчет главы Миасского округа о работе администрации за ушедший год. Геннадий Васьков озвучил сведения об уровне безработицы, средней зарплате и объеме инвестиций. Рассказал он и о строительстве новых котельных, ремонте теплосетей и открытии дополнительных мест в детских садах. Приведенные цифры позволили составить представление о том, как Миас прожил минувший год. За 11 месяцев 2015 года на территории Миасского городского округа было в рамках реализации инвестиционных проектов создано 274 постоянных рабочих мест. Количество безработных на 1 января 2016 года составило 2196 человек. Заработная плата по области составила 30 034 рубля. За 2015 год на территории Миасского городского округа введено 80 тысяч квадратных метров жилья. Вторая часть встречи прошла в форме диалога. Почетные граждане интересовались планами по поддержке малого и среднего бизнеса, переводу школ на занятия в одну смену. Затронули тему и сохранения общественного транспорта. Необходим баланс. Баланс между общественным транспортом и частным бизнесом, маршрутным такси. Баланс интересов, баланс объемов. Как следствие, на наш взгляд, это приведет к снижению объемов финансирования за счет средств бюджета. Также глава сообщил, что в текущем году планируется внести структурные изменения в администрации. Так появится новый заместитель, ответственный за инвестиционные направления. И в целом будет укреплен финансово-экономический блок. По той причине, что деньги надо не только тратить, но и уметь ими управлять. В заключение диалога глава округа поблагодарил почетных граждан за их неравнодушие к жизни города и подчеркнул, что критика и помощь в равной мере приветствуются. Культура силы и оптимизма. Прошедший год для Федерации пауэрлифтинга в Миасе, как и для всего спорта в общем, был наполнен взлетами и падениями, достижениями и новыми препятствиями. О том, с какими трудностями сталкиваются самые сильные люди нашего города и об одном из самых значимых соревнований этого года для силачей, расскажем далее. Миасская федерация пауэрлифтинга под руководством Сергея Владимировича Трепакова включает в себя 19 клубов. По приблизительным подсчетам, федерация насчитывает порядка 2000 спортсменов в возрасте от 10 до 70 лет. Сергей Трепаков, он сам в этом, у нас Владимирович, у нас сам в спорте, он с 10 лет также занимается спортом. И вот его детище, это спортклуб, это «Геркулес», которым в этом году исполняется 25 лет. Несмотря на непростые условия, в которых приходится заниматься спортсменам Миаса, за плечами многих из них есть множество внушительных побед, в том числе и на международной арене. Только за прошедший год воспитанники Сергея Трепакова завоевали ряд престижных наград. Мартьянов Алексей, он стал бронзовым призером чемпионата мира. Звание получил мастер спорта международного класса по жиму лежа. Вот это впервые у нас такое достижение в этом виде спорта для города Миаса. И также отличился в этом году Александр Трепаков. Он как юниор стал чемпионом Европы по троеборью. Говоря об условиях, спортсмены всякий раз обращают внимание на энтузиазм и альтруизм, с которым приходится работать. Закрыв глаза даже на комфорт, титулованные атлеты продолжают ставить рекорды. Помню времена, когда у нас просто отключили, когда мы проводили соревнования на стадионе, у нас перед соревнованием за неуплату электроэнергии, это были 90-е, отключили свет, и мама из своей сапенсии пошла, этот долг для ГРАНО просто погасила, и соревнования прошли. А люди шли просто со свечками, то есть у нас
и отопление отключили, то есть люди несли свечи и занимались вот при свечах, при температуре плюс 13 градусов в сланцах. 90-е остались далеко в прошлом, но воля и желание устоять любой ценой передаются наставниками из поколения в поколение. Та молодежь, которая сейчас приходит заниматься в тренажерные залы, не знают, что такое тренировки при свечах, но сталкиваются они уже с другими проблемами. Одна надежда на собственные силы и спонсорскую поддержку. Дворец спорта студенческий на базе филиала ЮРГУ – одна из спортивных площадок, на которой федерация имеет возможность проводить соревнования. Богатырские игры – визитная карточка федерации и города. В 2015 году у нас было более 150 участников, было три у нас вида, то есть это классический жим, это экипировочный жим и народный жим. То есть эти соревнования проходят в нашем городе на ура. Ну и жимовики у нас, конечно, становятся от года к году сильнее, мы видим по результатам, которые они достигают на соревнованиях разного уровня. Ближайшие богатырские игры, 11-е по счету, будут проходить в нашем городе 21 февраля. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Это все новости на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1obl.ru, а также в группе ВКонтакте. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами.